Вітаю вас, друзі. Як завжди, у цей час ми з вами працюємо в прямому ефірі. Якщо у вас є бажання і час, приєднуйтесь до нас. Це розмова на тему. А тема нашої сьогоднішньої розмови – Масляна неділя і Великий піст, який розпочинається з понеділка. І сьогодні у нас в гостях настоятель свята Миколаївської соборної церкви протоиерей Михаил Бойко. Отец Михаил, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое, что вы приехали к нам в студию, чтобы наши телезрители могли получить благословение на Великий пост, который начинается уже в понедельник, 27 февраля. А сейчас идут последние дни Масленицы. С одной стороны, веселые дни, беззаботные, а с другой стороны, если заглянуть в смысл происходящего, то не такие уж они и веселые эти дни, отец Михаил. Прежде всего, Масленица и Митца – неделя для общения, потому что люди, благодаря общению, всегда становятся ближе друг к другу. И Святая Церковь за эти три седмицы, предваряющие начало Великого Поста, всегда подготавливает людей к подвигу Великопостному. На Масленой неделе люди чаще встречаются друг друга, поздравляя с Масленицей. И, конечно, прошлое воскресенье было именно в неделе о страшном суде, напоминало о том, что Господь говорит в Евангелии, что каждый человек должен будет дать ответ за то, что делал, живя на земле. Каждый должен будет отвечать за свои действия, свои слова и свои помышления. Каждый человек? Каждый человек на суде Великом Божьем при Втором пришествии. Конечно, сейчас, следующая неделя, будет неделя уже сыропуслая, именуем прошлое воскресенье, и как раз сама Масленица, эта седмица завершается тем, что люди должны перейти к всеобщему прощению, прежде всего, с кем общается, или дома, или на работе, где бы этого ни было, но все являются христианами, и все должны, вступая в этот великий пост и подвиг, прежде его, попросить у каждой, у ближе своего прощения за все, что сделал, делом, словом и помышлением. Отец Михаил, вот этот чин прощения, или, как называют его, прощенное воскресенье, он установлен в самый канун Великого Поста, воскресенье. То есть христиане должны прийти в церковь, ну, желательно, чтобы пришли, и да, спросить друг у друга прощения именно в церкви. Откуда пошел этот обычай? Почему нужно вот именно накануне Великого Поста и спросить прощения? Ну, прежде всего, что это является тем подвигом, который невозможно человеку переносить, не перемирясь. Если человек будет как-то есть злоба или ненависть, конечно, такому человеку тяжело будет перенести великопостный подвиг, который прежде всего состоит с духовной стороны, нежели плотского воздержания. И само евангельское чтение, вот это воскресенье, которое будет, состоит из того, что Господь говорит, что если, чтобы мы были прощены, необходимо самим просить прощения ближних своих, чтобы после этого можно было спросить прощения у Отца Небесного. Отец Михаил, наверное, одно из самых трудных таких мгновений, я думаю, что телезрители согласятся со мной, это просить прощения. Ну, хорошо, если вам легко просить прощения, телезрители. Но бывает, что невозможно просто простить. Что тогда делать? В всяком случае, это то, что должен знать каждый христианин, что это необходимо. Если человек понимает, что это необходимо, и он в корне с этим не согласен, то тяжело себя же человека именовать христианином. Это является тем залогом подвига, который необходим для всех. Ведь зачастую мы можем не простить из-за того, что слишком преувеличиваем вину друг перед другом. Но всегда к себе требования менее прилагаем, а к требованиям к нашим окружающим всегда повышаем. Угу. То есть все-таки всегда оставаться справедливым. Как мы требовательны к другим, так же да, необходимо быть требовательным и к самому к себе. Прежде всего в духовном делании. То есть в духовном делании нужно в первую очередь все-таки думать о ближнем своем, а потом уже о себе. Если мы признаем, что у каждого человека есть недостатки, и мы снисходительны своим недостатком, то надо быть снисходительным другим недостатком, из-за чего получается вся заворока конфликта и нестроения. Отец Михаил, вот начинается в понедельник уже Великий пост, мы с вами накануне Великого поста встречаемся, это неспроста, чтобы и вас, телезрители, тоже ваши души и сердца настроить на этот подвиг Великий пост, потому что но Великий пост в какой-то мере – это ведь и подвиг, отец Михаил. Ну, это самый древний пост, который был весь еще в истории ранней церкви. И даже можно вспомнить о том, что период 40-дневного поста постился Моисей на горе Синай 40 дней, и также по проповеди Ионии, не ведь они также постились 40 дней.
И по примеру Господа нашего Иисуса Христа, который после крещения от Иоанна Иордане ушел в пустыню, также пребывал в 40-дневном посту. И таким образом 40-дневный пост является той мерой десятины года числа дней, который человек должен свою десятину поста определить в подвиг ради того, чтобы чистой душой зреть святый праздник Христового воскресения. А вот смотрите, как интересно получается. Рождественский пост, он тоже 40 дней, но он не такой суровый, это одно. Но ощущения совсем другие во время рождественского поста. А Великий пост, ну это просто такой, знаете, как драйв просто какой-то. Нет, Великий пост прежде всего установлен от того, что человек поработал над собой и пришел к более духовному совершенствованию. Если пост рождественский, он приготовляет нас к празднику Рождества Христова, и в древности, чаще можно вспоминать, в Ветхом Завете было, что пост как являлся личным подвигом. Если человек требовал помощи Божию или чувствовал какую-то нужду, или о себе, или своих родных близких, он всегда свою молитву соединял с постом. Но это было характерно более личное качество. Человек сам на себя налагал период поста, пока он нес этот подвиг для себя же, для своего же внутреннего качества, духовного роста. Теперь же, конечно, в Новом Завете время пост тоже является тем средством воздержания подвига, который содействует человеку в его духовном росте. То есть Великий пост именно это период работы над собой и над искоренением своих недостатков. Работа над собой, искоренение своих недостатков, весь период жизни христианина. Но Великий пост традиционно соединялся с крещением новых членов, ушедших в церковь христиан. И это крещение совершалось в Великую Субботу. Но это крещение предварялось тоже 40-дневным постом. И в Великий пост древле считались, те, которые еще не были крещены, они придерживались Великого поста, давая более усовершенствования вероисповедания. И те, которые уже были крещены для своего же духовного роста, тоже содержали Великий пост, поскольку этот пост именовался также весной для души и сравнивался с сеятелем, что если сеятель весной ничего не посеет, то, естественно, ветвод останется безурожайным. Также весна для души Великий пост является тем периодом подвига, когда человек должен посеять добрые семена в сердце своем, и тогда они дадут ему плод в течение дальнейшего жизнедеятельности годового годичного круга. Вот мы говорим о Великом посте и 40 дней, но ведь Великий пост не 40 дней, отец Михаил. Великий пост идет, если считать 6 недель и 7 неделя страстная. 6 недель Великий пост и плюс еще страстная седмица, 40 дней, да? Когда именуется Четыредесятница, плюс страстная седмица. Тому, конечно, занимает 48 дней, но именно Четыредесятница – это 6 седмиц, которые именуются Великим постом. За исключением субботы и воскресенья, Лазаревой субботы и недели вербной, это получается 40. Страстная седмица, в принципе, она стоит отдельно от Великого поста немножечко, она, да? В числе Великого постного подвига, но в богослужебной традиции, литургическом наследии, она во многом отделяется, потому что всем молитвословия и службы как раз принадлежат воспоминанию последней дней жизни Христа на земле, именно Его предания, Его страдания, распятия и уже воскресения. Ну, да, Страстной Седмицы еще надо дожить, да, телезрители? Конечно. А сейчас вот с понедельника начинается первая неделя Великого Поста, которая тоже очень строгая, и вечером в церквях читается Великий Канон Андрея Крицкого, Великий Покаянный Канон. То есть она тоже нелегкая эта неделя. Вступление в Великий Пост и подвиг было всегда строжим. Поэтому по уставу приписывается понедельник, вторник, среду, чтобы было сухое деяние, употребление пищи без растительного масла. И, конечно, в эти дни прилагается чтение канон Андрея Крицкого. И также мы начинаем все церковные богослужения располагать человека к покаянию. Покаянию и примирению с Господом через прощение своих грехов посредством покаяния в них. То есть и сам Великий канон Андрея Крицкого, который читается в эти дни с понедельника по четверг вечером в церкви, он тоже настраивает душу, как камертон, да, на такой, не то что минорный, а именно глубокий лад. Он глубокий, имеет содержание, что если определить, Андрей Крицкий взял историю Ветхого Завета, где было наказание
за непослушание воли Божией избранного народа, и также его же поощрение, вознаграждение за тех людей, которые именно явились праведниками в период Ветхого Завета. И эти примеры огромной истории Ветхого Завета он воспел в своем кануне, поэтому именно Великий пост начинается с чтением этого кануна, который как бы является теми древними, но живыми свидетелями о том, что человек, который пребывает под водительством Божьим, стремится к исполнению заповедей Божьей, всегда будет храним Господом. Если же человек отступает от Бога, его же отступление чревато в том, что он сам повлекает на себя наказание за свои же грехопадения. Отец Михаил, ну, знаете, как интересно даже получается, что вот великий канон Андрея Крицкого, такой великий покаянный канон, просто плач, и который настраивает душу на этот глубокий лад. И вот человек проживает эту неделю под таким впечатлением, а потом как-то потихонечку все ослабевает, и все возвращается на круги своя. И снова наступаешь на те же грабли, на которых стоял неделю назад. Ну, в всяком случае, первая неделя, она и располагает для того, чтобы человек настроился на покаяние. Поэтому всегда необходимо по мере возможности и желательно всю первую седмицу пребывать в храме на служение. Но это не значит, что в течение Великого Поста человек освобождается от своей жизнедеятельности. Он также должен заботиться о всех своих обязанностях. Поэтому должен вновь вернуться к своим трудам. Ведь труд – это тоже своего рода подвиг ради ближнего своего. Если каждый делает с любовью и ответственностью свою работу, и главное, в период Великого Поста, особенно со смирением и всепрощением, тогда пример жизни человека, верующего христианина, является не только словом, но также его действием. А жизнь человека, который видит люди со стороны, это более воздействие на душу, чем просто слова, не подтвержденные деланием. Да, как иногда говорят, да, пустые слова. Отец Михаил, а вот очень много говорится в Великий пост о гастрономической стороне его, то есть то нельзя вкушать, это нельзя вкушать и так далее, и так далее. Но есть ведь еще и другая сторона Великого поста. Ну, прежде всего, это духовная сторона. Но поскольку душа человека, она вместилище души является тело человека, естественно, невозможно, чтобы то единое целое, душа и тело, как бы пребывали в великопостном подвиге в розни. Естественно, если человек хочет воспрять духовно, ему необходимо телесно воздерживаться. И воздержание, оно всегда давало человеку возможность научиться самообузданию, ведь и своей силой воли человек должен отказаться от своего излишества и тем более всего вредного, которое мог бы в период своей жизни поработиться. В принципе, наверное, да, потому что хорошо поесть вкусно, а потом встать на молитву – это не так уж легко, когда говорят, сытое брюхо к молитве глухо. Или к учению глухо, но к чему-то конечно, там глухо. Да. И если и зря говорят, что сытый голодного никогда не поймет. Поэтому человек должен немножко сам уметь себя же ущемить. И в жизни всегда необходимо уметь отказаться от того, что нам вредно. Но всякое излишество, оно тоже является вредным для человека. И Великий пост позволяет человеку даже избегать излишеств, как в еде, так и в жизни, в образе жизни. Да, в стремлениях, да? Своих желаниях, в своих мечтах тоже человек должен уметь себя немножко обуздать. А знаете, есть еще один момент, отец Михаил, и я бы хотела его у вас, на нем сакцентировать ваше внимание. И заключается он вот в чем. Очень часто говорят о Великий пост, и происходят всякие события. Ну вот вроде весь год было хорошо, 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 начался Великий пост. Человек побывал на чине прощения в воскресенье, он вступает обновленный, окрыленный Великий пост. И тут начинаются всякие искушения от внутренних до внешних. И идет недоумение. Боже мой, ну все было вроде так ничего, только начался Великий пост или там прошел какое-то время. И тут сваливаются искушения разные, бывают очень тяжелые. Почему так? Почему именно в Великий пост вот сваливаются такие искушения? Искушения человека всегда сопутствуют, поскольку, пребывая на земле, человек пребывает в борьбе. Но перед Великого поста мы и как раз и вооружаемся против всех искушений и стремимся действительно самим же заглянуть в свой разум, чтобы его очистить от всяких греховного помышления.
Это такое внутреннее умственное делание, которое не каждому человеку, естественно, под силам. Но с помощью Божьей человеку все возможно. Искушения будут всегда, но если человек передается великопостному подвигу, это все-таки подвиг является тяжелым трудом, потому что надо перестроить самого себя на новый образ жизни. Уметь от многого отказаться, иметь себя воздержать. Уметь также найти время, больше времени, чем период от другого годичного круга, для той же домашней молитвы. Поэтому те же искушения так более может остро воспринимаются. Но если человек намерен держаться в Великий пост, он всегда его придержится. Ведь подвиг, который сам на себя человек возложил, а в данное время учитывается то, что человек, когда возлагает подвиг на себя, он руководствует своим духовником, и каждый берет ту меру подвига великопостного, то есть имеется в виду поколоны, молитвы, которые как раз полезны для его роста духовного. Ведь никто не говорит, что необходимо сразу по максимуму человеку читать все подряд и передаваться с одной молитвой, а забыть о остальном делании. Тогда мы забываем о ближнем своем, который прежде всего надо помнить в период великопоста. А что важнее, молитва или служение ближнему? Оно должно соединяться. Потому что человек как же за ближнего не только должен помогать ему, но если он сначала желает ему добра, он должен помолиться за него. А если служение ближнему забирает все силы и нет уже сил на молитву, что тогда делать? Можно молиться вместе с ближним. Когда мы помогаем ближнему чем-то, либо можно также вместе с ним пребывать время от времени на молитве. Если, скажем, нам много времени занимает того, чтобы ближе приехать к себе домой и закрыться в свою комнату и произнести молитву. Потому что бывает так, что человек, когда становится на правило, на молитвенное, он забывает, ну, в общем, он отстраняет от себя другие дела, которые, в принципе, сделать было бы необходимо для служения ближнему даже. Человек во время молитвы должен сосредоточиться на молитву. Но это не значит, что он о чем-то либо забывает навсегда. Он сосредотачивается, пребывая в этот период только лишь в молитвенном подвиге. А после молитвы также необходимо уже вновь возвращаться к своим обязанностям. Отец Михаил, есть еще один нюанс Великого Поста. Именно в Великом Посту установлены православной церковью поминальные субботы, которые, по-моему, три, да, или четыре? Да, три. Три, то есть это они идут практически подряд. Почему это так? Это тоже настраивается душа на покаянный лад? Нет, это идет речь совсем о другом, о том, что церковь земная и церковь небесная, она едина. И если мы молимся о спасении своем, содействуем великопостному подвигу своим ближним, которые рядом с нами проживают, то также мы в этом в поминальных субботах, которые именуются вселенские, служатся во всех православных церквях всего мира, в эти поминальные субботы мы также содействуем спасению тех родных и близких, которые уже в вечности. То есть молитва... Это единение земной церкви с церковью небесной. То есть молитва живущих ныне на земле может помочь тем близким, которые уже отошли в вечность? Конечно. Молитвенное взывание о прощении грехов – это всегда является то ходатайство человека, который именно только этим может покойчившим своим родственникам помочь. Ведь уже больше ничем они не нуждаются. То уже... в мире ином. Отец Михаил, воскресение Христово, Пасха – это торжество торжеств и праздник праздников, которые повествуют о том, что Христос победил смерть. Христос победил смерть, но смерть остается в нашей жизни. Здесь же и речь о смерти духовной. Что человек может, если Христос первый воскрес из умерших, тогда есть возможность всем, по вере во Христа, прийти к воскресению на следе жизни вечной. Не говорится, что земное пребывание должно человека быть бессмертным, но его душа теперь имеет человека верующего надежду, что Господь помилуется своей дарит ему на следе жизни вечной. Конечно, для этого сам человек тоже должен всю свою жизнь стремиться и идти ко Христу. Жизнь вечная, она для многих, она некое такое эфемерное понятие, где-то там далеко. А если разобраться, то ну, даже уже ученые доказывают, что, в принципе, она существует вот рядом, параллельно. Ну, всяком случае, надо признать, что точности никто не знает. Но если все религии мира признают существование загробного жизни, естественно, это все не зря. Во всех религиях это отображено. Можно даже вспомнить, что у многих религий тоже есть пост.
даже не христианские религии, а мы вспомнили в Ветхом Завете, Новом Завете, но также и в исламе есть пост, в индуистских религиях тоже есть пост. Пост является именно тем средством, которое действительно всегда человеку помогает. В любом случае, человек без поста, без воздержания, ему тяжело стать именно тем молитвенником, который Господь ждет от него, чтобы человек мог освободиться от всех действительно своих чувственных привязанностей и тогда действительно помолиться душою Господу своему. Когда, допустим, человек живет в среде, где у него много единомышленников, это одно. Но как часто бывает, что кто-то решает поститься, а вокруг никто не постится, вокруг веселье, как, то есть продолжается та же жизнь, которая была до поста. Как ему поступать в таком случае? Дело в том, что подвиг это является для человека прежде всего индивидуальным. И если человек хочет его сдержать, он его сдержит. Даже в малой мере это тоже является уже подвигом. А вот смотрите, бывает, попадаешь в дом где-то, где люди не постятся, но принимают с открытой душой, и на столе явство, и можно, конечно, сделать мину и сказать, ах, извините, я пощусь, я не буду, но тем самым обидеть хозяев дома. Хозяев не надо обижать. И возвысить себя. Во всяком случае. Вот как тут, вот такая щекотливая если ситуация. Если люди давно знакомы, если люди давно общаются, они всегда будут знать, кого они приглашают и какое время они приглашают. И если будет на крестол, я думаю, будет блюдо также, которое является постами на столе, ради тех гостей, которых они позвали. Ну хорошо, вот если не совсем знакомый, ну вот невозможно уклониться от приглашения, и человек попадает туда. И не потому, что он боится сказать «я пощусь», а просто, ну... Ну, чтобы вот действительно не подумать. Тут же тоже какое-то возвышение. Пост, нет, пост имеет, прежде всего, духовную сторону. Угу. Но для тех, кто не имеет возможности его содержать по разным рода причинам, конечно, строгость поста не приписывается пожилым, больным, беременным, кормящим и детям. Строгость поста не приписывается по мере необходимости. И также не приписывается те, которые пребывают в путешествии, поскольку и будешь кушать только лишь то, что они могут найти по пути где-то либо. Угу. С их стороны нет возможности его содержать, нет возможности выбора. Поэтому люди кушают ту малую меру, которая тоже является воздержанием. Ведь ранее в церкви были многие воины, которые верили во Христа, и солдат кормили не по выбору солдата, а в основном обычно пища-то мясной. Но зная, что есть период поста, они кушали его в такой малой мере, что это являлось тоже их воздержанием. Ведь и тяжело сдержаться, когда есть, и не взять. Проще воздержаться тогда, когда нет. Да, когда нет, да, когда конечно. Нету, это проще. Но тут же это является та черта человека, что он соблюдал меру воздержания. Ведь присыщиться можно даже и постной пищей. Ну, да. Свою меру это тоже будет нарушением поста. Это уже будет излишество. Ну и постную пищу можно очень вкусно приготовить. Ну, конечно. У нас такие хозяйки, да, телезрительницы, что... В всяком случае, возвращаемся к тому, что вопрос гастрономии, это не является главным вопросом именно в великопостном подвиге. А почему он так занимает всех? И вот обязательно, вот даже мы встречаемся и с вами, а все равно разговор в первую очередь о еде. В всяком случае, период, советский период внес ту черту, что люди пост воспринимают более... С точки зрения плотской, чем с духовной, а его же все-таки истинное значение, чтобы человек духовно воспрял, духовно вырос, стал на ступеньку выше в своем подвиге, в своем воздержании, в своем познании Господа. А вот что получается, отец Михаил, духовно воспрять во время Великого Поста и от поста к посту совершенствовать себя, так это к концу жизни вообще мы будем сплошные совершенства. А как же тогда старцы говорят, что человек не знает, спасен он или нет до последнего своего вздоха? Совершенно один Бог. Поэтому он говорит, будьте совершенны, как Отец Вознебесный совершенно есть. И саму полностью стать совершенным человек не сможет. Но он сможет прийти к тому святости своей жизни, которые были многие праведники на земле. Богопознание дает человеку то открытие, которое его душу полностью наполняет и радует. Поэтому не надо ему уже радости земных. Он имеет в душе своей радости небесные. И, знаете, есть еще одна поговорка: на Бога надейся, а сам не плашай. То есть, ну, Бог там, он без далеко. Без участия человека невозможно ничего. Во всем необходимо участие человека.
в делании самым малым и также в делании духовном. Прежде всего необходимо желание и воля человека, который сам его направляет к этому подвигу. То есть, если человек открывает свое сердце навстречу Богу, тогда и Господь ему и помогает, укрепляет. Если человек хочет просто лишь воздержаться плотски ради того, чтобы похудеть, поэтому он этот пост никак не выдержит до конца. Отец Михаил, и будьте добры, наше время уже подошло к концу, но хотелось бы ваше благословение, и молвите, пожалуйста, слово для телезрителей. В всяком случае, каждый год мы приходим к тому времени, что идет начало Великого Поста, того поста, который был спасительным для всех христиан во все времена, и он является спасителем также для нас. Каждый человек должен для себя поставить себе цель, соблюсти его хотя бы в той мере, которая ему по силам. Но эта мера будет являться тем подвигом, который Господь всегда его вознаградит. Я хочу же всех поздравить с началом Великого Поста. И пусть Господь всегда укрепит Великого Поста подвиг, чтобы мы пришли к миру, единению и получили ту благодать и радость, которая дарует нам праздник Светлого Христова Воскресения. Отец Михаил, спасибо. Друзья мои, сегодня у нас в гостях был настоятель Свято-Николаевской соборной церкви, протоиерей Михаил Бойко. Ну что, друзья мои, настроились на Великий пост? И я думаю, что отец Михаил и слово молвил доброе, и его благословение поможет нам пережить этот пост и встретить Светлое Христово Воскресение. Це була розмова на тему. На все добре.